Такого гостеприимства я еще не встречал. Как хорошо нас приняли. Какой прекрасный был вечер. Знаешь, мне она тоже очень понравилась. Она мастер на все руки. Нет, правда, молодец. Проведу Фариду и лягу спать. Всем спокойной ночи. Подожди, сынок, не буди ее. Этот ребенок слеп. Фарида? Фарида? Фарида, где ты? Матушка! Сынок? Что случилось? Фариды нигде нет. Как это нет? Я везде посмотрел, ее нигде нет, матушка. Что происходит? Что за шум? Фариды нигде нет. Боже мой! Матушка, она тебе что-то сказала? Она могла куда-то пойти? Сынок, ты же последний, с кем она разговаривала по телефону. Хорошенько подумай, матушка. Успокойтесь. Не надо тут паниковать. Вылезет откуда-нибудь. Она была больна, отец. Говорю же, как я могу быть спокоен? Нет ее, говорю же, нет. Подожди, я Йилде сейчас позвоню. Хорошо, позвони, я проверю в саду. Только этого не хватало. Да? Алло, Йилдиз? Извини, что беспокою ночью, однако... Фарида, у тебя доченька? Матушка, что Фарида в такое время может делать у меня? Да не знаю, ее просто дома нет. Я подумал, что она могла к тебе прийти. Вот как? Куда она могла пойти ночью-то? Мы сейчас придем к вам, хорошо. Все, клади трубку. Что опять стряслось? Ферман, Фарида пропала. В саду ее тоже нет. Я пойду объезжу больницы. Боже, защити нашу маленькую деточку. Надеюсь, ничего плохого не случится. Не дай бог, Усман. А, ну вот они пришли. Что случилось, матушка? Есть новости? Нет, доченька, мы тоже ждем. Добрый вечер, отец. Добрый вечер, отец. Расскажите, что случилось? Что тут рассказывать? Девушка пропала куда-то, нигде ее нет. А твой придурок брат ищет ее везде. Она такая маленькая, всех вас обманывает. Наверняка здесь что-то есть. Что может быть? Видимо, с ней что-то случилось. Вместо того, чтобы переживать, ты такие вещи говоришь. Не защищай мне тут ее! Тонч! Дядя, тебе срочно нужно приехать в компанию. Почему? Нас ограбили. Хорошо, сейчас приеду. Плохие новости? Нам нужно поехать в офис. Такое время? Ферман, ну же! Ой, я сейчас сойду с ума. Что происходит? Почему нам никто ни о чем не говорит? Нет, дорогая Хандан. Кемаль еще не вернулся домой. Хорошо, доченька, если он вернется, я попрошу его позвонить. Хорошо, дорогая, тебе того же. Ты посмотри, в каком виде комната. Все разбросано. Слушай, а ее не могли похитить? Матушка, ее одежды нет. Мне кажется, она сама сбежала.
Сестра Назира попросила меня собраться. Зачем ей избегать, доченька? У нее через пару дней свадьба. Я тебе говорю, ее одежды нигде нет, мать, ты не понимаешь? Да, брат? Что? Хорошо, я сейчас же приеду. Наверняка с ней что-то случилось. Ей нужна помощь, я знаю. Брат, успокойся, сядь, посиди. Она на звонки не отвечает. Брат, разве не это телефон Фариды? Да. В последний раз она разговаривала со мной. Кроме меня больше ни с кем не говорила. Ну не расстраивайся ты сразу. Посмотрим смс-переписку. Деньги у меня. Закончились эти муки. Сегодня ночью я жду тебя. Наконец мы сегодня будем вдвоем. Что случилось, брат? Ты что-то нашел? Да нет, ничего, брат. Ты что-то нашел? Дай мне, да брат! Деньги у меня. Закончились эти муки. Сегодня ночью я жду тебя. Теперь мы наконец-то будем вдвоем. Отправлена от Селима. Джунейд, сынок, ты куда? Что происходит, брат? Что это за смс-ка? Кемаль, я схожу с ума. Да не надо сразу думать о плохом, брат. Может быть, он случайно отправил смс Фариде? Или, может быть, они так просто шутят? Теперь я очень удивлен. Я не знаю, что мне делать. Кемаль, скажи мне что-то, брат. Ну же, скажи. Что сказать, брат? В таких случаях обычно ты меня всегда наставляешь. Немедленно рассказывайте нам, что случилось. Знаешь, сестра, мы бы рассказали, если бы знали. Вы проходите внутрь. Что такое, Тунч? Джунейд, нас ограбили. Деньги Сидем похищены. Что? Кто мог на такое пойти? Селим. Но я его нашел. Где он? Он один? А откуда мне знать, кто с ним? Отправь мне адрес. Хорошо, я отправлю тебе адрес, и мы встретимся там. Они нашли Фариду? Кемаль. Мы уезжаем. Что происходит, не пойму. Вам позвонил Туча, вы сразу убегаете куда-то. Слушай, Илдис, кажется, что-то ужасное происходит. Если бы я знала. Нет, я не могу здесь стоять без дела. Пойдем посмотрим, куда они. Джунейд в пути. Он скоро доедет. Ты знаешь, что делать. Все понятно. Послушай, если ты хочешь получить полную сумму, делай все без ошибок. Что происходит? Какие-то новости? Я с его боссом говорил. Есть один адрес. Мы нашли Селима. Хорошо.